является натуральным средством повышенной эффективности для очищения и омоложения. Перекусили, позавтракали. Река. Река, ребята, волнистая. Большой ветер, такие волны мощные. Не знаю, как получится рыбалка. 8:00 утра. Фурия и рис. Быстренько. Колбасу нажарили. Так, по-ломански. Ну все, что, выдвигаемся. Попробуем подняться на вчерашней точке, где вечером была рыбалка у нас. Там с утреца поплаваем, походим, посмотрим. Короче, водичка, ребят, хорошо падает. И это, в принципе, на руку нам. Вот, допустим, вот этого не было видно. Вот этого видно не было. Здесь, как правило, она быстро прибывает и быстро тоже уходит. Так, 4-й день рыбалочки, я так понимаю, у нас. Пока, ребята, все тот же окунь. Местами ясь, немного щуки. Рыбалку на плотву, на поплавок придумывать нет смысла. Ждем выхода щуки и изя. Вот на нем можно бы было, конечно, посидеть. Прям изька потаскать. Но он боец, ребята, боец. Тем более на такую палочку. Блин, классные поклевки вообще, колоссальные. Ладно, готовимся, но готовимся, заправляемся, выходим. Андрюха пошел. Я жду Геннадича. Геннадий где-то на сборах. Ветер жесткий, но как будет рыбалка, не знаю. Будет, рыбалка-то ладно, просто придется на якоре сидеть. Ну да, да. Если так будет плевать, как вчера, не страшно, можно и на якоре посидеть. Просто не будет такого, что самосплав будет. Очень сильная с той стороны. Мы решили ближе к острову подойти. Здесь будет стена спокойная. Ну и правда, тут мы тоже окуня находили крупного. Но с утра здесь попробуем. И заодно ветра не будет. И поснимать можно для вас что-нибудь. Посмотрим, что он нам покажет. О, вот первый заброс и первая рыба. Вот она. Да, окунь стоит. Опа, нет, первый ушел. Вот он ушел, копать. Ладно. Главное никому не рассказывать. Да. Вот тут бровочка небольшая, и тут он за бровкой прямо пасется. О, вот он, второй. Нормальное начало, Инскаден. Пригубил, уже пошло. Ох ты. Что-то отваливается, но окунь, конечно, шикарный. Мне кажется, поплавок он сегодня просто должен работать. Так, пора раздеваться, наверное. Окунь, конечно, шикарный. Бровочка тут, ребята. Возле берега. Как таскали рыбу, что вспотели, да, Андрей? Но. Сейчас корягу не поймай. Вижу. Поймал? Опа, есть. О, Геннадьевич дает жару. Я уже поднимать хотел, он на подъеме прямо захапнул. Кабан какой, а? По попе работает, Геннадьевич. Да, кабанчики, конечно, вообще матерые. Да, уха будет сегодня по-любому. Вкусная. Жар
Жирная, жирная уха. Запах, запах. Запах, запах. На духу попробуй, бля. Нормально. Есть, выдернул, иначе. На желтую, да? Да, на желтую хапнул. Тоже кабанчик. О, по вкусу ему. Такой цвет и запах. Так. Пробуем дальше. Туда же. Два заброса. Один окунь. Одна резина. Чуть ели. Сожрал. Зараза. Так, ладно. Пробуем еще раз. Ёжик. Ёжик, но ни головы, ни ножек. Отдай. Ну да, тут крупный, да, Геннадьевич? Тут что не окунь, то красавец. Ямка тут такая симпатичная. Как бы ямка тут небольшая, просто спасибо. Ну тут два, он береговой, он идет всего лишь, но ну, стоят здесь. Тут место маленькое, спрятался. Матросик. Вот зикаряк, Геннадьевич, понял? Нормальные окуняры. Так, друзья, новое место у нас, переехали. Но сегодня держимся вот все, получается, правым берегом. Левого, да? Левый берег. Да-да-да. Если точнее, подниматься, да, вправо. Крейзер, там сидим. И стараемся там, потому что там вообще будет труба, конечно. Берега здесь на Печоре шикарные. Смотрите, ребят, какие они высокие. Круто. Берег затопляет весной водой. Крутые берега. Сколько тут метров? Метров 3-4. 4 по-любому. Да, 4, да больше даже, но. Больше, но. Больше, больше. Ну, в общем, пробуем на коряжничке. Вот тут сейчас побалуемся. Под коряги, понял, Геннадьевич. Прямо отсюда. Вот так завел и сюда пошел. Ну, вук. Ясь, походу, Геннадьевич. Ух ты, какой здоровый, блин. Вот твой драгоценный ясь. Прям с оттуда взял, ну. О, бляха-муха. Язёк, ребятки. Развил. Язёк. Кто развил? Что там такое? Окунь. Хороший окунь, да. Я ещё хотел сказать, что ты под лодку закидываешь-то? Так просто неудобно было, Геннадьевич. Неудачно, да, как раз закинул? Закинул, да, и вон красавец. Ох, сегодня будут наггинсы-то у нас вкусные. Накушаемся свеженькой рыбки. Сход, да, Геннадьевич? А, это ези бьют, понял. Не крупные, ези бьют. Ага. Я думаю, что такое сход, сход, сход. Это ези бьют. Ези, ребята, бьют. Езя нашли. Это хорошо. А резины не хотят. Маленькую вертушку надо, Геннадьевич, поставить. Я говорю, тут ези, Геннадьевич, понял. Небольшие. Вот такие, да, они вот тут и лупят. Нашли, ребят, стая езей. За глаз поймал. За глаз? Он решил поближе посмотреть мою блесенку. И увидел. Ага. Геннадьевич хапнул. У меня удачек был. Двух штук уже выдернули. Ну, такие затишочки красивые. Тут явно прям, как на картинке, ребят, конечно, рыба стоит.
Далеко, ребят. Не понял, кого там? Ездят, что ли? Там, ребят, сдалека хапнул. Держите. По красоте. Пожалуйста. Сдалека там, понял, Геннадьевич? Там где-то бодается он. Плавает. Изёк. О, красавцы. Красавцы какие. С травы достал, понял, Геннадьевич? Под лодки. Дай его достану. Только под лодку закинула, она хапнула, блин. Даже камеру не успею включить. Кидай, кидай. Где-то молотовочка. Я, главное, вертикально раз, два провел вот так вот. И она хапысь. Хапысь, да. Видишь? Сколько проводили, да? А сколько кидали, считай, да? Ее надо прям как-то ее доставать, ее на туре как-то ее. Я даже на коротком поводке думаю, раз, два провел, и прям заметил, как она вот такого. Зацепил. Попадается там. Молодец. Щечка. Понял, я считаю. Походу ясь или щучка. Пожалуйста. А еще больше что хотел сказать. Чего, Андрюха, сидишь, не кидаешь? Уплываем в траву. Да, ветерок, конечно. Зараза, блин, такой. Тихо, тихо. Да, что там? Окунь. Хорошая окуняра. Это ручей, да? Это протока. А ручей где? Иду из ручья. Что ты взял? Наверху? Не, воду тебя где просто убирать. А, там, да, ну. Там, ну. Саш, как дела? Ведро полное? А сегодня ты поймал? Не, соленый, в смысле вчерашний? Вчерашний, конечно. А сегодня что поймал? О. Три щучки. Угу. Что, не могу понять, что такое было. Есть ли? Нашел? Нет, он идет. А, не, маленький просто, ну. Поменял резину сразу, да? Да, резинку поставил, утром тут она работала. Колючий, брат. О, без глаза остался. Надо забрать. Так, ребят, ну что, обед. Решили в деревню подняться. Точнее, ну что, мы тут вокруг таки проехали. Ветер не давал, правым сегодня держались. Поспокойнее здесь, да, конечно. А там, там жестко. Там жестко. Ладно, поедем пообедаем, потом будем думать, что дальше. Ну, в целом, утро тоже неплохое, вообще по красоте прям. Чуть дальше. Надо чистить рыбу, солить и везти в ледник в деревню. Да, да. Геннадьевич пойдет в деревню свою туда. Рыбу будет отвозить. Ну, а мы что-нибудь поделаем с Андрюхой, я думаю. Бан на праздничный день намечается. Да, попробуем Пашку вчерашнего найти. Павлик должен сделать баню, да, он обещал. Геннадьевич, считаешь? Да. У нас такой небольшой счет идет, потом примерно. Ну, окунь, да, сегодня красивый, вообще отборный прям. Прям шикарный окунек. Остановились на косе, вот они уже, смотрите, ребята, чувствуют. Чуют. Деревня вот. Сейчас вот рыбку почистим, тут мошки нету, ветер обдувает, засолим
и обедать. Ведерочек, ведерочек. Красивый окунь, да, ребята? Снож. Просто снож. Пальцы уже, ребят, все поколоты у меня. Сколько уже окуней почищено. Так, жабу набираем. Смотрите, ребят, жир какой. Представляете, жир какой на окуне. Уф, наваристый, конечно, вкусный. Вот и все. Промываем. Кишки же сюда, а кишки этим чайкам вот оставлю. Воду не буду кидать. Сюда вот чайкам они придут и едят. Щуки. Фистер, ну как по-вашему виброхвост, да? Это мой. А? Мой. Твой? Да. А, хвост, который откусил. Хвост это, да? Откусила. А потом взяла, попалась, получается. Да, это еще щука, значит, была, да? Получается, да. Это. А, подожди, это или окуневый? Окуневые кишки. Окунь, окунь, хвост откусил. И потом попался на другой фистер, получается. Все равно закусил, ну. Я уже думал, щуки сначала. Я тебе еще помнишь, говорю, хвосты нежные какие-то. Да. Я могу даже сейчас пачку достать. Геннадьевича затарили пустыми канистрами, то, что откатали рыбой. Получается, везет 40 литров рыбы. Это уже вторая охотка у него до деревни. Вот, поставит в ледник. У него леденчок там хороший, со снегом. Хоть рыба соленая, но все равно. Август теплый, я вот до сих пор в шлепках, шортах, но прохладно сегодня займет. Какие-то тучи, походу дождь будет. Все, лодку освободили, заправили Геннадьевича, все, готов он к поездке. Ну сейчас сначала пообедаем, конечно, в любом случае. Голодным его не отправим. Ух, ветерочек, ребятки, ветерочек. Ветерочек. В общем, ладно, идем в дом. Пашка где-то. Вчера обещал баню, не знаю, будет баня сегодня, не будет. Ух, ветер, ребята, ладно. Пойдем. Так, короче, пока Геннадьевич у нас в разъездах, с Андрюхой решили время даром не терять, убраться, навести порядок, марафет по-человечески. А то как приехали, как разложились, как бы относительно. Особого порядка здесь не было. Вот сейчас Андрюха тут кухонный инвентарь, сейчас все уберем, помоем. Уха уже варится, ребята, у нас лучок, морковочка, картошечка. Рыбку взяли, щучка. Пару окуней. Сейчас подмету полы. Ну так, ребят, чисто для себя. Всякого разного сожгем. Тут в печке все нормально. Печку засунул, блядь. Потом уже будем дальше. Ну-ка, Андрюс, дай мне тону. Сейчас подожди, еще буду убирать посмотри. Тут передумал. Вот и дождь, ребята. Геннадьевичу не повезло.
Да. Ну, успели. Это обещанный дождь. Не знаю, насколько он зарядит. Да, лишь бы не на сутки, не на двое. Да, да. Нам бы еще рыбалочку денек-два. Пушная пелена на небе стала. Все, смотрите, ребят, зарядил полностью. Печоры вообще. Волны, конечно, мощные. О, пошел. Что, окушки, в последнее плавание? Ох, наваристая будет. Котелок сколько? Литра 3, да? Сейчас как поедим. Так, ребят, смотрите, на этом, на газете карта с Республики Коми. Вот, смотрите, вот она в целом, чтобы кто-то понимал, что такое республика. Это не город, это целая республика из 9 городов. Воркута, ребята, самый север, грубо говоря, точка, самая почти северная. И вот относительно, где я живу, вот Сыктывкар получается. И вот Визинга, ребята, вот, смотрите, вот она. Вот здесь где-то, а вот Первомайский, тут конкретно написано. Вот мой поселок Первомайский, от Сыктывкара я нахожусь 80 километров. Вот Лозом Андрюха живет, ну у нас тут, смотрите, вообще ни о чем. И получается, до Гены мы проехали, и Ева, ух ты, мы проехали, Сосногорск, сюда завернули, Троицко-Печорск. И где-то, ребята, мы вот в этом районе, на вот этой реке. Мы вот Русаново. А мы вот, вот здесь мы, да, вот здесь. На этом повороте мы. Вот здесь. Вот Нефтепечорск, я там тоже вот рыбачил. Вот, а так в целом вот Печора идет, ребят. Ух ты, Печора. Вот город Печора, многие знают. Ну, в целом вот, вот так мы крюка дали. Конкретно чуть северно и шли вот сюда. Вот такие пирожки. А так вот она, ребят, Печора, она идет. Вот эта река. Вот. И уходит. Надо попробовать. А что пробовать? Рыба-то печерская, скажем. Свежая и свежая. Только пойманная. Рыба еще 2 часа назад плавала. Бульончик, да? Вообще? Да, горяченький. Давай. Ну, за это не грех. Ладно. За рыбалку. За то, что мы вырвались. Ох, смотри, смотри, туда прямо над окном. Ворона лесорубка села. Вижу, на провале. Так, ребят, ну чё. Короче, в бане сегодня у нас набломчик. Ходил я к Димасику. К Димасику и Пашке. Вчера еще и зимой познакомился здесь. Тоже наезжали они на лодке. Короче, вчера он опять дал-дал. Сегодня болеет. Хотя обещал баню по-человечески. Ну ладно, что. Полбеды. Шел дождь сильный. Геннадьевич, походу, не вернется. Хотя хрен знает, Гений. Гена у нас такой свой сибиряк. Под дождем может пройти. Ну ладно, не суть. Туча прошла, ребята. Сейчас как раз идет туда. Там вроде как просвет. Вот видите. А так туча была очень страшная. Сейчас уже не покажу, наверное, ушла уже за дерево, не видно. Дождь херачил, я даже полчаса киморнул. Время у нас 5 часов. В принципе, есть у нас 2-3 часика на вечерушку. Есть вторая лодка, второй мотор. То бишь мы как бы на подвязи, мы на рыбалке, все нормально. Все убрано у нас, кушать приготовлено. Чаечек, все отлично. Ну что, сходим с Андрюхой, подгоняем, тут недалеко поплаваем, походим, поищем рыбку. В целом, спиннинг, ребят, продолжается, отлично. Ладно, понеслась. Ребята, оденусь я, сейчас ветер, одену штаны уже. Хорош болтовать в шортах. И так сегодня в шортах ходил. Один раз только одевался. Да, ребят, вечерушка походу будет. Я что-то оделся, забродники одел сегодня. Отлично, это хорошо.
ребят, волны страшные. Вечера неспокойно целый день сегодня. Да, ребят, пришли сюда. Не получается нам. Смотрите, какие волны, ребят. А вечера она такая, коварная. Попробуем под правым берегу уйти опять. Спрятались здесь. Андрюха, там туча опять идет. Здоровенная. Это туда, стороной пройдет. Посмотрим сейчас. И сюда, к папочке. Ушел, зараза. Нет, здесь. Да. А, жабры. Жабры, ладно, возьмем такой. Резина, значит, я бодал, нифига. Смотри, вертушку взял. Так, дрюни, у нас что-то зацепил. О, и пушарик. Надо, тогда. Тоже вертушку сюда поставим. Не-не, проверяю. Он этим как и возьмет. Поплавок молчит, стоит. Ну вот этот вообще в шахту капитальный, конечно. В шахту. Да. Я где вчера стоял, что я там удочку не мог забросить. Потом не мог крючок поймать, зацепить удочку. Да, вот тут заглотил, как заглотил. О, ребята. Красавец. Ясь, что ли? Не знаю, да, походу, ясь у тебя. Окунь. Не, окунь, кабан просто. Ну, ребят, еще один. Тоже, слышь, хорошенький кабанчик. Тебе скажу. Вообще хорошенький, слышь. У меня ударчик опять был. Смотри, какие кабанчики. Нет, нет, до дождя мы сейчас с тобой десятку-то вытащим. Ты говорил, что тут все вылезли. Ничего не вылезли. Нет, ну видишь, пришли же. Не было. Сейчас вот начал что-то клевать. Ну тут как раз бробочка такая интересная получается. Тюк-тюк-тюк. Есть. Кабан? Нормально. Не кабан, но... Съедобный размер. И смотри, опять, понял, Андрюха. Все. Видишь? Надо так же, как у тебя сделать. Сделай. Дороги. Не, сейчас, сейчас добью, короче, весь пакет этот. Так там уже нету больше. А, все, закончились, да? Там один оставался. А, вот последний. Последний. Одноразовый. Одноразовый вообще. Но... Ну, тут просто, ребят, дело в том, что вот здесь, вон здесь вообще тоненько все это дело. Тонкий, да. Открывается. Его только сюда наперёк цепляется. Давай, Андрюха. Все, без Геннадьевича. Да. Что-то Геннадьевича не видать, но... Может, не там. Наверное... Не, он там. Наверное... Не известно, там или там. Наверное, не будет его сегодня. Ну, ничего. Ну, давай. Ну, друзья, морковка. Опять сработало. Вот так вот. Раз и пройди. Далека, блин. Не только писать, на дальний заброс. Можно крутиться еще на позицию. Не, нормально, стой. Фига, забодался. Возле лодки, блин. Ох ты. Кабан. Кабан вообще здоровый был. Вообще матерый.
На дальний заброс взял, блин. Не допер. Ну, а то я одинарничек, чё. Так, ребят, выходим с ямки. Вроде как ветерок утихомирился. Туча боком стоит над деревней. У нас еще есть 40 минут порыбачить. Так что нормально. Очень много уток, ребят, уже. Скоро охота откроется. Приедем домой, Андрюха как раз немножко побалдеет и на охоту. А я в тайгу, ребят, за белым грибом, за налимом. Ну да, уже успокоилось более-менее. Там вообще красиво стало, очень красиво. Что, нормально, окунёк? Нормальный, а что ты вообще не брыкался, знаешь, как будто мелкий. Нормально, окунёк, что? Но все равно ветер здесь, ребята, не дает левый берег нам рыбачить. Вроде там посидели, как будто успокоился. Нет, нифига. Вот тогда море. Вот сейчас получается нас тащит против течения. Хотя хотели самосплавом пойти, нифига не получается. Надо от деревни начинать. Надо наоборот, да. По течению называть. Подъем. Да-да-да. Шарик, да? Нет, у меня просто так. У меня тоже слабо стоит. Зато щуп утащил, он у меня трещал. Так, вот до переката, до траву заедем. И будем заниматься. Главное, кто-то хапнул. Я, что ли? И щука. А, щука. Сычок? Да. Давай. А, так достану. Нормально окунь. Не, до этого, видишь, кидал, тихо было. Ну, правда, уже двух-то поймал здесь. В заводе, понял. Вроде заводь ни о чем, а рыбка есть. Да, вроде так успокаивался. Нет, приехали, опять, короче, поперло. Да нет, там просто... Так, ну что, до дому хода. Ветрище так и не дал, блин, замерзли все. Ну что-то штук 20-30 выдернули. Здесь с этим проблем нету, ребята. А, пока стояли в траве, там спрятанные от ветра. А, вроде Геннадьевич прошел. Все-таки прибыл, прибыл родной. Не бросил, не бросил нам. Идем домой. Ребятки, на берегу. Ну, Геннадьевич прибыл. Все, рыбу чистим. Ветер. Вот, ребят, на севере, если вот задул, даванул, так даванул. Он реально холодный. И... Ладно, что ждет нас ужин. Сейчас рыбкой быстренько займемся, солимся. Быстро-быстро и до дома. Вот и домик наш родной. К нему так привык уже. Как свойский уже стал. Провизия наша. Бензинчик, тридцаточка еще у нас. Ну, это на подъем, плюс завтра рыбалка, послезавтра. Мы уже послезавтра, наверное, будем собираться, ребят. А так, в целом, пойдемте ужинать. О, все нормально у нас здесь. Дом как свой стал уже родной, уже так, говорю, привык к нему. Прям заходишь, и душа рада. Василий, у нас вот это... С кабачков вот такие вот оладушки типа. О, смотри. Это же вообще слабо смотрит. Такая вкусняшка. Чашку освобождай. Вот она зеленью, все вот это вот свежее. Я пришел, она как раз. Вообще слабо смотрит. Я такую траву люблю, вообще красота. Кабачков, она... картошки, драники. Она вот оладушки сделала, это как раз поджаривала. И говорит, я, говорит, приготовить ничего не успел, понял, да, и это. Ну, значит, это вообще классная тема. Ну, говорю, ну давай, говорит, там уж покушаем. Ну, что, дорога-то как? Тарелочку. Ну, дорога, я тебе говорю. Подлетал жестко, да? Сказать вам, если что, сломал. Молодцы, что собрались.
молодцы, что приехали. Хочу сделать небольшой презент чисто от канала, от нашей семьи, от меня лично, вот что сегодня съездил. Приготовили подарок вам. Сейчас мы это увидим. Интересно, подарки мы любим, да, Люка? Все любят подарки. Блин. Сначала откроем один пакет. Вот это. Вот это домашние сладости. Магазин был закрыт. Дома что нашел, то и взял вот это. Спасибо. То есть это к чаю. Да. Все, а что вы еще хотели? Друзья, у нас обычно берем печенье, там, сгущенку. В этот раз мы с Андрюшкой взяли чуть-чуть печенье и все. Не успел, сегодня суббота, короткий день. Все магазин. Забыли. Магазин, короче, закрыт. Ну и вот. Самый главный подарочек. Вот такой пакет. Что-то интересное. Так, главное, чтобы руки не жирные были. Нет. Руки рыбные. Так, на вот, пятый день рыбалки. Вот это я вроде уже мерил, да? Смотрел. Это, друзья, вам. Спасибо. Это вам на память. Так, узнаю силуэт. Ну-ка посмотрим. От канала, от меня лично, от нашей семьи. Колбашечка еще гоняешь. Опа-на. Вот это огонь. Вот это пойдет. Вот так вот. И вот так. Друзья, видали? Да, круто. Саша, молодец. Ну все. Колбашечка. Ну что, давай теперь примеряем. Я думал, завтра мы прям в них попрем, да? Что, примеряем? Символ получается, вот медведь, вот этот вообще история чего? Это хозяин тайги с уловом. С уловом. С уловом, да. Это я, это как бы... Это не просто медведь, правильно, который мы видели два раза уже на рыбалку. Да, с уловом, хозяин тайги с уловом. Это просто... Откуда вообще это пошло? Фигурка. Сейчас там рассказываю, откуда давай. Это прошло. Я когда работал в Ухте, просто, ну, скучно, хожу один по магазинам, там, по сувенирным лавкам, туда-сюда. Вот смотрю, продажи такие статуэтки вот этого мишки, всякие, и знаешь, хозяин тайги с уловом. Понимаешь, даже думки тогда не было, ни канала открывать, ну, ничего. Я понял. Просто подошел, купил статуэтку, она еще так неплохо стоит, есть гипсовые там, есть на рубиновые постилки, там где-то 3-4. Я выбрал самого симпатичного, так на мой взгляд, и купил, и поставил себе на сервант. Рядом, ну, на стенке прямо поставил, вот она стояла у меня. И когда у меня появилась мысль открыть канал, создать канал, как я хотел его сначала назвать, именно хотел, чтобы корни мои были там. Коми корни, интересно, потому что я всегда гордился. То, ну да, это же Андрюха, коми... заправка. Заправка пошла, вот. Ребята, видите, как это все идет. Здесь основная тара, а здесь вот так. Да, это чтобы... Ну, друзья, домой приехали.